Всем привет! Собрались мы, значит, стоим у порога, ждем папу. В больницу сделать прививку. Сейчас поедем. И Лиза там вон. В ТикТоке сидит. Ой, нет, не прививку. Манту. Сама спалилась. Давай расскажем. Расскажи, что тебе делали, Лиза? Расскажи. Татуху такую. Розовенькая она стала. Расскажи, тебе больно было? Нет, Элиза, вообще как ты сидела? Так сидела, смотрела, думала, сейчас увидит шприц с иголкой, начнет. А, орать не хочу, не буду. Это что, укол реально? Ну, манту, манту. Тебе же тоже делали. А сегодня знаете, кто приедет к нам? Кто? Маленькая девочка, ваша сестренка. Этот как там? Учителя не надо. Майя. Майя. Майя приедет. Только она не... Она маленькая только... еще. Только ее трогать нельзя. Только ручки помыть. Ну, конечно, ручки мыть. Она очень... такая маленькая, крошечка. Ты хочешь посмотреть на сестренку свою? Да, а то я не... Когда они смотрели, Лиза, на мою сестренку. Да. А мне цветы подарили. Настя вон там в игре цветы ходит, дарит. Настя. Так вот там. Так что сегодня ждем сестренку с племянницей. Видели ее, когда она еще была совсем-совсем крошечная. И Лиза с Настей вообще ни разу не видели, да? Не только на видео. И сегодня на видео, когда мы ездили. Подойди ко мне. Но она уже подросла. Настя сидит, ждет, когда пойдет в школу. Да? Сегодня, кстати, Насте еще должны написали то, что принесите целлофановый мешочек, но у нас нету целлофанового мешочка такого, который покрепче, а такие бесплатные. И Насте дала пакет, потому что снова им раздадут фрукты. Я не знаю, почему раздают фрукты. Возможно, там что-то докладывают. Я сегодня, вон, видите, вообще на минималке без косметики. Оцените мой макияж. Ресницы не красила. Кстати, хочу купить коричневую тушь, чтобы вот немножко подкрашивать и все, а не черной тушью. Вот я сейчас просто карандашом, получается, подвела, накрасила тени простые. Тон, помада, румяна, хайлайтер, брови немножко и припудрила. И все. И вот реснички не красила. Я думаю, тоже ничего так. Надо волосы помыть. Вчера мы были, я была на чили и на расслабоне. В общем, у меня вчера такое какое-то состояние было. Неохота делать было и вообще ничего. Я ничего не делала. Представляете, это так было хорошо, так было кайфово. Сегодня я тоже планирую ничего не делать. Но уже как получится. Как получится. Сегодня мы будем нянчиться с Лялечкой, да? С Маечкой нашей, такой хорошенькой. Такая лапочка, девочка. Тьфу-тьфу-тьфу. Прививку тетя Лену. Тетя Лену девочки любят, да? Да. Валер, ты готов сегодня провести ночь в качестве многодетного папы? Я всегда готов. Всегда я готов? Люблю. Любишь детей? Конечно. Будем нянчиться. Лену да. Спать отправим, а сами будем нянчиться, да? Да, потом третьего вдруг надумаешь. Нанянчиваешься, да? Папа все у нас сына просит, да? Ну, у тебя, понимаешь, уже все, сын не получается. Второй раз был шанс у тебя. У тебя был шанс. Ты его не использовал. Как бы на третий раз уже рискованно идти, понимаешь? Или ты как другие мужики, что там говорят? Пока мне пацана не родишь, будешь это, да, рожать до последнего. Нет? Нет. Не готов? Молодец, слава богу. Что ж, не настолько мы хотим пацана, да? На. Кто будет уж? Для начала надо желание, чтобы появилось. Ну вот после 30, может, посмотрим, когда и Лиза подрастет, Настя подрастет. Настя, родим ребенка, да, Настя? И Настя будет нянчиться с Элизой.
Ладно, сейчас надо заправить постель. Настя, убирай давай этот штаны, собирай пакет. Мама, когда они приедут? Ну, к вечеру приедут. Че, принесла добычу? Где? Давай пакет. Добычу. Настя фруктов принесла. Ну, надо на лестницу аккуратненько. Конечно. И что там у вас? И что тут? О, опять мандарины, яблоки. Да? Круто. Зеленые мандарины вон. А вы только посмотрите, кто к нам приехал. Она Настю так разглядывает. Настя, скажи ей что-нибудь, ты ей понравилась? Или засадись с этой стороны. Садись. А что это за девки? Какой у нас цветник сегодня? Малина. Вот и Лиза, посмотри на нее, смотри. Вот, скажи ей привет. Привет. Ай, привет, она тебе ой, тоже ой. Говорит. Привет. Что-то Настя. Что-то вздыхает. Настя, скажи ей что-нибудь, она ждет, ждет. Агу. Смотри, скажи. Агу, скажи. Нет, агу, как скажи. Ты с ней разговариваешь? Поговори с ней. Она ж замерла, смотри. Стрёмно. Тихонько ручку, тихонечко. Она ж замерла, смотри, она все в расслабоне. Как? Настя, смотри, ты ей понравилась? Настя, скажи ей что-нибудь. Не знаю, что сказать. Ну скажи, Маечка, привет, скажи, Маюша. Привет. Майя. Привет. Вот, говори, говори, она, смотри. Привет. Ой, как радостно. Как круто, скажи, туда голову поверну, человек, сюда поверну, человек. В разные стороны, человек. Она такая. Смотрит. Поцелуй ее. Поцелуй. Ой, девочки. Она вообще в расслабоне, она кайфует. Сейчас она тебя растет. Вот няньки. К лету вообще будет хорошо, девчонок. Отправим, да, девок, отправим. Скажи, не тут играть будем. Я бегать начну, ходить начну. Дам я вам прожраться. Скажи, отомщу тебе, Элиза, за Настю, да? Как раз 4 года разница. И у Насти с Элизой 4 года разница. Ручку, Лизочка, аккуратненько. Она смотри, вообще, она расслабилась. Ей нравится, да? Да. Если хочешь, ты смотри. Так. В Roblox будем играть? Май, сейчас мы тебе телефон тоже дадим. Она, скажи, на меня вообще смотреть. Тетя, иди отсюда, не мешай, скажи. Я тут с сеструхами буду разговаривать. У тебя прическа какая? Да. Все такие были. Туда-сюда. Первое знакомство у нас случилось, да, с сестренкой? Нет, 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 нет. Что ты ей? Наверное, уже кушать сейчас будет. Ну давай, надо тоже поплакать. Мы же не слышали, как Майя умеет петь, не петь, да? Песни петь. Мы же не слышали. Сейчас я вам спою. Да. Сверху не трогай голову. Да, да, Настя. Сверху не трогай голову. Ой, что это тетя Лена тут вам привезла? Вау, картина из пайеток. Будете собирать, ой, да? Вау, это на тебя, какая красивая. А это что такое? Выращивание кристаллов. Своим набор для творчества мыла. Помните, мыло собирали? Ой, какая миленькая. Это уже на тебя такая, как оверсайз. Ой, какая. Полимерный. Зачем? Это вместе вы будете все делать. Это выращивание кристаллов, это мыло, помнишь, сделали-то тоже? А я хочу
Это картину. А это полимерная глина. Набор для творчества. Ну, открой, посмотри, что это такое. Какая красота. Ой, еще и варежки вам какие миленькие. Посмотри. Нет, это Элизе, а это Насте. Вау, какие у вас красивые. Какая кофточка. Ой, красота. Ух, какая красотища. 158. Ну, большевато чуть-чуть, Настя. Померите, да. Потом померим и посмотрим, кому... Булочку. Это потом, давай потом, не сейчас. Да, не сейчас. Можно я хоть открою? Посмотреть. Ой, какая милашка. Красота. Ой. Вау, спасибо. Скажите тете Лене. Да, мы сейчас еще пока к обстановочке привыкаем. Сейчас мы привыкнем и будем весело играть. Да. Но это вместе собирать надо, Настя. Одно не надо, это кристаллы. Сейчас Настя тебе откроет. Валер, Лена привезла, значит, все, что необходимо. Ты у нас будешь в качестве аниматора. Да, а мы сейчас это в клубешник еще съездим, да, Лена? О, здесь же звезда. Да, она не работает. А ку-ку, смотри, какой тебе пакет красивый повесила. Посмотри-ка. Очень интересно. Может, сюда что-нибудь подложить, чтобы она не упала? Вот как бы такое. Сейчас я принесу. Заказали вот такие вот. Слушайте, надо блюдечко? Нет? Лен, двигайся к себе вот это поближе. Вот такие вот нам привозят. Вот эти офигенные. На. А ты мне давай палочки. Не острые? Нет, сладкие. Вот так, что ли? Угу. Элиза кушает палочками, как будто бы умеем, да? Как будто бы умеешь. Давай попробуем. Давай. Лена здесь жила, выгляну. Выгляну, жила и ни разу не пробовала. Да. Вот смотрите, как внутри. Вообще конкретненько. Ой, я научилась брать. Да, берите. Руками. Взяла? Вот, молодец. Все чувствуется. Вот я сколько пробовала здесь выглянула. Самый вкусный. Вот у кого заказывал. Они мощные такие. Офигенно. Вообще вкусные. Нежные, да? Да. Так что за сушами приезжайте в Углино, дам контакты. Да. Лена теперь как в Углино будет сушами уезжать, наверное, да? А что за вкусы здесь? Разные, да? Да. Не знаю, не помню. Вот я всегда вот этот сет заказываю. Короче, наверное, другой вкус, потому что... Да. Ты прям рукой бери, Настя, а то ты сейчас все перевернешь. Бери какие? Пальчиком бери, ты не возьмешь палкой. Сложно. Прям ручкой возьми и все. Да, я могу кушать. Да, конечно, ты не можешь палками этими кушать. Тут палки. Надо было и вас спать уложить. Мне не нужно будет палки. Давай. И палки, говно. Все, не кричи, Майя спит. Суши ты скушай. Сейчас поковыряет и все на этом. Хорошая сестренка у вас. Такая сестреночка. Проснулась. Сейчас поедет уже. Мы даже не успели нанянчиться с тобой. Все. Дружно. Все смотрят. Все ребенка разглядывают. Побежать уже хочу. Давай, бежим. Майя. Смотрит. Майя не плачет, так хочется сразу ее всем на ручки подержать, да? На ручках тебя хотят все подержать. Как тебе? Кайф, да? Да. Легкая такая, наверное.
Тебе идет, Валер. Мама, найди нам девочку. Еще одну девочку, да? Машка, тебя из рук в руки, да? Из рук в руки тебя таскают. Да. Включи нам гирлянду. Не надо, она на нее не обращает внимания. Или за выключи пока музыку. Майя? Там светло, скажи, улица. Я туда и смотрю. Эти глёшки такие. Такие глёшки у тебя. Такие глёшки все разглядеть хотят. Голубенькие. Все разглядеть хотят. Мне тоже хочется. Чего хочется? Валер, ну давай возьми, пусть она не... Ты придерживай Майю. Настя хочет на ручку. Ты уже держала же на ручку. Вот мама вам родит, будете на ручку носить. Ой, папа сам хочет поносить немножко. Скажи, не успела приехать, уже уезжают, да? Да. Уже уезжают, даже никто не успел понянчиться. Только мы ночью, да, нянчились с тобой, с мамой твоей. Да. Она хорошо немножко только покушала, проснулась и спать дальше пошла. Ну и ладно, там. Да, думаю, как же. Животик не болел, да? Как же без этого? Все, расчесать надо будет, Настя. Да. Майя, ку-ку. Ку-ку. Ой, какой телефон, да? Ку-ку.